И всем привет, вы на канале снова Колмикейш, с вами Марк, и сегодня мы будем рисовать маленького, прикольного, милипюсенького Бэтмена. В прошлом видео мы рисовали маленького Крика, а сегодня мы будем рисовать Бэтмена. Ставьте лайки, если вы знаете Бэтмена или вы его фанат, напишите в комментариях. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, но мы начинаем рисовать, поехали. Берем черный цвет и сразу же наверх закрашиваем. Раз, два, три. Три клетки закрашиваем. Теперь плюс две вправо добавляем. Одну клетку пропускаем, закрашиваем. Раз, два, три и еще две вниз. Закрашиваем. И здесь мы отступаем. Раз, два и здесь одну закрашиваем. Вот таким вот образом здесь мы пропускаем одну, переходим на вторую. Выше мы ставим 1, 2, 3, 4, 5 и закрашиваем. Вот таким образом закрасили. Теперь здесь у нас пойдет 1, 2, 3, здесь 1, 2, 3. Ну и здесь мы соединяемся. Теперь здесь посередине мы ставим 1, здесь 1, 2, 3, здесь 2, 2. То есть 2 клетки мы оставляем пустыми. Вот здесь, где мы поставили, значит, 3, мы еще ставим 1, 2, 3. Здесь ставим 1, 2, 3 вот таким вот образом. Здесь тоже 1, 2, 3. Здесь соединяемся, добавляем здесь одну, здесь соединяемся, добавляем одну. И вот это все закрашиваем, кроме вот этих вот двух клеточек. То есть, поняли, да? Вот эти вот две клетки мы оставляем пустыми, а остальное все черным закрашиваем. Поехали. Ай, фломастер закончился. Закрасили, теперь черный цвет наш откладываем. Берем серенький цвет. Здесь выделяем две клетки, здесь две. Здесь мы выделяем вот таким вот образом. Вот это вот мы оставляем. И вот это все внутри закрашиваем. Поехали. Отлично, пока серый цвет мы откладываем. Но далеко не откладывайте, он нам еще понадобится. Берем желтый цвет. И вот здесь одну клетку мы с вами закрашиваем. Вот, закрасили. Его мы откладываем. Берем оранжевый карандаш. И закрашиваем вот эту вот линию. Аккуратненько закрашиваем. Прямо аккуратненько. Его мы закрасили, отклаживаем его. Берем опять же серый цвет. Выделяем, значит, здесь вот таким вот образом. Здесь точно так же. И вот это вот все остальное внутри закрашиваем. Поехали. Вот такой вот маленький, прикольный, малюсенький Бэтмен у нас получается. Вот такой вот он классный. Обязательно его тоже нарисуйте. А еще поставьте лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Ждите следующего видеоролика, ребята. А пока что всем пока!